единство, 2020 год и дважды откладываемый нынешних команд до финала все-таки доберется. Во втором колене ожидает победителя игры сегодняшней. Вы сейчас видите, надо делить 6-7 место. Это если смотреть на турнирную таблицу Суперлиги, возможность все-таки претендовать на как минимум с этой географической зоны. Все, появились команды на арене. Звучит стартовый свисток. Штрафной как способ доставки мяча к воротам соперниц. Хороший навес сейчас правого фланга. Удар по воротам. Татьяны Шейкиной. Подача. Первый угловой исполнение Енисеева. Неплохо, кстати, удар по воротам. Играть. Но застрял мяч в ногах футболисток, которые в это время. Исполнение Кристины Хорошевой, игрока национальной сборной. Вот хорошая сейчас прорезная передача. Кипяткова. Удар по воротам и гол. Хорошая комбинация, отличная комбинация в исполнении пермских футболисток сейчас. Ну, вроде бы сначала куча ошибок, непонятная передача Кристины Хорошевой, но поборолись партнерши по команде здесь, в этом эпизоде сейчас. И буквально в прорезь небольшую полуметровую между футболистками Олеся Курочкина увидела набегающую Любовь Кипяткову, ну и вывел ее на рандеву с Анастасией Климовой. Ничего не оставалось, в принципе, тут как лишь грамотно распорядиться мячом. Не успевала, конечно, на эту передачу Татьяна Чередина, потеряла. Продолжает атаку наседать, продолжает атаку сибирской команды. О, хороший удар, гол! Подача с углового, и вот умение реализовывать стандарты Пантюхина навесила. И опять же, здесь можно винить в этом мяче, наверное, нерасторопной защитницы Енисея Олеся Курочкина. Голеадор, капитан, нападающий пермской команды, удваивает преимущество своей команды. И это к середине второго тайма. Олеся Курочкина. 2-0. Литвиненко. Далекий заброс в центр. Ох, как сейчас неприятно столкнулись футболистки. Посмотрим, как сейчас развидится. Вот он, этот как раз удар. И перекладина. Будет простреливать. Замешкалась немножко. Удар! Ее отобрали. Пантюхина убрала под себя элегантно с левой ноги. Власенко. Будет прострел. Не сильно падала уже сейчас Илон. Футболистки из Красноярска. Думаю, к морозам люди привыкшие. Пантюхина! Хороший эпизод за Красноярск, в который... Нет, не 65 матчей она провела. Продолжает звезда давить. Еще один удар! И снова... Ну, по футболисткам недавно совсем. Как раз Ириных навешивала. По флангу бежит, будет простреливать. Прострел! Пантюхина в упор! Вот, поэтому будем на него ориентироваться. Хороший дальний удар и гол! Вот оно, о чем и, собственно, должно было... То, что должно было произойти и раньше, наверное. О том, о чем я и говорил. Постоянные, порой безрассудные, самоуверенные выходы Ирины Зварич. Далеко из ворот. Теряет она порой рамку, могут обернуться проблемами. Блестяще просто увидела, что ушла далеко от ворот Зварич, хотя она там всего на 2 метра отошла, но рамку потеряла. И дальним ударом, блестящим дальним ударом, Ксения Шахова, я думаю, гол тот претендует на то, чтобы быть одним из лучших. Злую шутку. Говорила об этом Елена Суслова. Подача! Ох, возможность сейчас. Посмотрим, кого он заменил. Еще одна возможность у Енисея. Хороший выход один на один. Буквально Зварич стоялась. После того, как Енисей сейчас завершит эту атаку, продолжим. Еще один наброс с дальнего фланга. Нового времени первого тайма. Пантюхина отобрала мяч. Решила сама пробить. Пробовала ударить сейчас. Защитницу мяч попал. Ох, какой хороший сейчас был момент. Рязани ВДВ. В чемпионате. Удар по воротам и гол! Кристина Хорошева! Кристина Хорошева забивает третий мяч за звезду в сегодняшнем
матче подача с углового. Вроде ничего не предвещало беды. Сейчас на повторе будет видно, что какая-то неразбериха была в штрафной площади Енисея. И расторопнее всех там оказалась Кристина Хорошева. Подача. Вроде бы выносила руками Анастасия Климова мяч, но он вверх поднялся и завис над вратарской. И опустился на голову Кристине Хорошевой, которая била головой зряче. Не просто голову подставляла, а била зряче в правый от себя угол. Все покинуло поле. А в это время у Енисея была